Это территория стадиона «Шахтер», начало строительства 50-е годы, конец 50-х, а завершалось это уже в 64-м году. Неоднократно были реконструкции. Вот территория, она такой же осталась. Там ворота, с времен того времени, трибуны тоже, проект. Футбольное поле, на котором играет «Шахтер». Но здесь немножко разнообразили. Запасные или тренировочные, точнее, поля сделали, травой покрыли. Вот сейчас мы находимся на так называемом запасном поле. Оно здесь сейчас покрыто искусственным газоном. Ну, на этом поле играют пацаны и в районных соревнованиях, и городских, первенство города между школьниками проходит. И первая лига тут бегала, вторая лига тем более. То есть дублеры «Шахтера» здесь играют. А зимой здесь заливают все катком. Там касса вот на входе. И как в те 70-е годы, целиком здесь все было покрыто льдом. Специально делали, как положено, для фигуристов и просто желающих покататься. Ну и поэтому зимой, я думаю, зимой мы сейчас приедем покататься. Здесь очень много народа, стоят новогодние елки, играет музыка. Вход, правда, платный, конечно, если приходишь на каток. Выдают на прокат коньки. Сейчас по трибунам помещение находится. Раздевалка для фигуристов, там, где раньше был зал тяжелой атлетики, там, где раньше занимались фехтовальщики. Ну, сейчас там административные здания и для футболистов юных раздевалки остались. Ну и здесь, естественно, зимой, если вспоминать 70-е годы, 60-е, 70-е годы, играла команда «Литейщик». Вот на этом поле иногда пускали на стадион, там «Литейщик» играл в 70-е годы. Но чаще всего раздевалка была там под под западной трибуной для «Литейщика» и для гостей. Потом они здесь прокатывались по этому тротуару залитому, по дорожке точнее. И вот здесь болельщики. Трибуны, конечно, были совершенно другие. Зимой сидеть некогда было. И не стоило, потому что приходили в валенках, в полушубках, трибуны были деревянные, и до 10 тысяч, а может и больше приходило, на хоккей с мячом, когда единственная команда города, Караганды, играла в высшей лиге. Вот. Но, к сожалению, в 1974 году на этом хоккей с мячом в Караганде и закончился. Но все матчи проходили здесь. Болельщики стояли вокруг этого поля, когда играла наша любимая команда, состоявшаяся в основном из наших доморощенных игроков, старогородских. Фамилии были на то время известны, сейчас, конечно, их никто не помнит. Но есть история, можно почитать, есть и Википедия даже, посвященная «Литейщику». Левее вот одноэтажное здание, и там двухэтажное здание. Между ними вот сейчас располагается корт. Здесь тоже был каток, но это уже специально для фигуристов. Корта не было, но был залит лед. Значит, раздевалка была и в одноэтажном здании, если мне не изменяет память, а вот в двухэтажном занимались хореографией. Мороз, не мороз, 20-30 градусов, приходили, занимались фигурным катанием на морозе. Такого не было у нас, чтобы пропускали из-за каких-то непонятных снегопадов или
Морозов свои тренировки. Футбольное поле команды «Шахтер». Здесь проводится первенство города среди школьников. Здесь играет дубль «Шахтера», да и более серьезные матчи проводятся. А зимой заливают каток, убирают этот искусственный газон. И народ приходит показывать свое мастерство. На катке стоят елки, играет музыка, раздевалка находится там, по трибунам помещения стадиона «Шахтер», где раньше были залы тяжелой атлетики, фехтовальщики занимались. Ну и в 70-е годы здесь играла знаменитая команда «Литейщик» по хоккею с мячом, которая завоевывала хорошие места на первенстве СССР. Единственная команда города, которая играла в высшей лиге. Как-то им вручили за занятое 7-е место мастеров спорта СССР всей команде. Это единственная команда города, которая была удостоена в то время одномоментно таких высоких званий. А вот здесь рядом уже полем одноэтажное здание, там двухэтажное здание виднеется. Это была мекка фигуристов. В 60-е, 70-е годы приходили сюда с коньками на тренировки. Хореографический зал был в том двухэтажном здании. А потом шли на лед. Мороз, не мороз, метель, не метель, но занимались. Никаких крытых помещений, представления никакого не было, что это вообще в принципе возможно. Только какие-то голубые мечты. Ну а детишки с 5-6 лет занимались фигурным катанием. Вот сейчас построили корт, раньше корта этого не было, а просто был залитый каток. Ну и может быть чуть-чуть в другом месте все это располагалось. А вот этот спортивный комплекс «Жастар» построен на месте бывшего стадиона «Строитель». Открытый был стадион специально для хоккейной команды, когда она начала играть на первенство СССР. Ну, продолжение мы видели в других командах, заканчивая нынешней «Сыраркой». А все начиналось вот с этого стадиона с открытым кортом «Строитель». Сейчас здесь построен вот этот новый комплекс, в котором проходят различные мероприятия, и общественно-политические в том числе. Ну и, конечно, здесь и спортивные есть мероприятия. Баскетбол играет, волейбол, мини-футбол. Так что, к счастью, спортивная направляющая не утеряно. Ну и опять возвращаемся к нашему стадиону. Вот здесь мы стоим со стороны западной трибуны. Стадион работает. Завтра здесь играет очередной матч наш «Шахтер» бедолага. Будем надеяться, что все-таки выиграет.